Вітаємо вас, друзі, в ефірі програми «Розмова на тему», і я, Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Традиційно по середах до нас приходять гості, які розповідають про свої славні традиції, про свій світогляд, про шляхи взаємопорозуміння, а можливо, свою формулу успіху і свого творчого пошуку. Сьогодні зустріч у нас незвична. Сьогодні будемо читати вірші, сьогодні будемо говорити про любов, про натхнення, про вічні цінності. Адже до нашої студії завітали добрі друзі Ради національних товариств Миколаївської області, поети Олена Світла та Юрій Соколов. Я вітаю вас і дякую, що ви сьогодні з нами, з нашими глядачами. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле очень, знаете, интересно, когда есть определенное течение, много людей, и у вот таких вот обществ есть друзья. Казалось бы, друзья в обществе, а есть еще и друзья со стороны, которые поддерживают. И не просто поддерживают, а и творчески вдохновляют. Как возродилась вот эта дружба, как создалось вот этот творческий тандем с Советом национальных обществ? Ну, что касается меня, то у меня все проще. Я знаком с Лолитой Каймаразовой, с детства ее знаю, ну, ее с родителями, естественно. Сначала с родителями, а потом Понятно. Уже с Лолитой. Отсюда и пошло как-то вот вместе, и Лолита предложила участвовать в мероприятиях, сотрудничать. Стараемся, поэтому так и выходит. Елена, как у вас? Я с Лолитой знакома по английскому клубу. А последнее время очень плотно общаемся, так как я изучаю китайский язык. А это интересно для Николаева, потому что у нас нет ни китайского разговорного клуба, нет ни китайского какого-нибудь сообщества. Для личного развития, да? Вы знаете, когда приходят к нам гости, очень интересно отслеживается, откуда люди родом. Потому что Николаев многонациональный. Здесь у нас просто игра красок, колоритов, настроений, культур. И когда вот начинаешь копать, откуда люди, казалось бы, просто вот сам Господь Бог соединяет здесь самых-самых лучших. Ваши корни откуда? Я коренной николаевец. Папа николаевец, мама с Баштанского района, с села Ингулка родом. А я получился уже коренным. Как вы чувствуете наш юг? Какой он? Чудесный. Так. Лучше всех. Мне кажется, лучше всех, потому что народ на юге своеобразный, конечно, но вот он, лично мне, ближе. Поэтому я всегда стремлюсь сюда вернуться, где бы ни был. Это правда. Поэтому Родина зовет, куда бы ни бросала судьба, тем не менее хочется вернуться. И вот как для меня просто подышать этим воздухом нашим, да, николаевским. Да, Елена, а у вас как? Ну, я родом с России. Как давно вы живете в Николаевской области? Давно, больше, чем в России прожила. Вы знаете, очень интересно, вот ассоциации творческих людей, потому что, говорят, творческие, они особые, да? Потому что они видят, они чувствуют по-особенному, они вдыхают даже вот этот воздух, и эмоции у них рождаются другие. Как вдохновляет вас вот юг? Чем он для вас особенный? Ну, тем, что тут есть горы и море. Природа, да? Ну, именно горы и море. Понятно. Потому что я занималась горным туризмом. У меня есть вторая категория по горному туризму. Занималась байдарками. А море полюбила вот в последнее время, когда удалось побывать в такой бухточке красивой в Крыму, где не было людей совершенно. И мы спускались к морю по отвесной скале. Знаете, говорят, что каждое время оно диктует что-то особенное и в плане творческого вдохновения в том числе. Что сегодня вдохновляет творческих людей настолько, что действительно хочется писать, творить, хочется реализовывать вот эти порывы души? Общение. В первую очередь общение. Потому что, общаясь с людьми, ты подпитываешься энергией, в основном положительность, и стремишься питаться именно этим. Потому что есть и отрицательная энергия, она тоже влияет на наше состояние, на наше, ну, наверное, и творчество тоже. Но больше хочется шутить, больше хочется о хорошем. Вот, кстати, я вам прочту стихотворение «Муза» на украинской мове. Так.
Люди, не судіть, благаю, мене поза очі, що писав цей вірш, що маю якось серед ночі. Але чув я, щоб писати вірші та поеми, треба поруч музу мати, і зникнуть всі проблеми. Не дійшов я ще до шлюбу, хоч жінки не проти, та й покликав музу Любу, що живе навпроти. Поки був натхненним я, як усі письменники, муза Люба, от змія, з'їла всі вареники. Сала шмат за 2 кіло після музи Люби, наче зовсім не було, щоб звело їй зуби. Якщо з музою вдома гарно, панове письменники, то шукати вранці марно сало та вареники. Спасибо большое, браво, браво. Конечно же, во всех бідах, у всіх бідах чоловіків винні жінки. То філософське, звісно, питання, але сьогодні не про це. Все-таки муза важна, щоб була Люба, не Люба, но муза должна быть рядом с творческим человеком, потому что до тех пор, пока чувствует человек свою музу и притягивает ее, а она где-то витает рядом, состоится вот это творчество, вот это состояние внутреннее, наполнение. Елена, природа вас вдохновляет, и муза ваша там. Ну, не только природа. Так. Люди, конечно. Но общение с людьми. Больше в каком направлении вот вы реализуетесь? О чем ваши стихи больше? Ну, раньше были больше стихи философские. А, ну, и о природе. В последнее время меня больше всего интересует общение. Вы знаете, когда приходит весна, мне кажется, что это особое просто состояние, которое даровано вот действительно самой природой, Господом Богом. Апрель месяц особенный, потому что вот в этом году у нас и пост попадает именно на апрель. И вот эти весенние веяния, как-то отражаются они в вашем творчестве? Да, у меня есть такое стихотворение «Апрель». Пожалуйста, почитайте. За окнами апрель. Он ласковый и нежный, от трели и щебетаний кругом голова, без страха и проблем. С веселой звонкой песней приходит к нам опять. Хотелось б навсегда воскреснуть по весне, с рождением природы прощенья попросить у Бога и себя. Пусть радует земля нехоженной дорогой, а рядом были б только любимые глаза. Спасибо большое. Много в стихотворении этом. Ну вот, например, прощение просить у Бога и себя. Насколько важно в жизни прощать себя самому человеку? Ну потому что чаще всего легче даже другого человека простить, чем за какую-то оплошность простить себя. Правда? Да. Особенно для скорпионов. Больше похоже на самоедство. Я, кстати, тоже скорпион, но я как-то немножко по-другому на это смотрю. Насколько это важно, когда человек может себя критиковать по-хорошему? Вот вы говорили о том, что в любом... Это, по-моему, необходимость. Человек должен с молоком матери, наверное, впитывать вот это чувство, что необходимо себя оценивать и критиковать. Потому что если, да? Конечно, если не будет, знаете, как тормоз... то тормоз должен быть. А если не будет этого тормоза, то такое натворят, что... Вот в этом острие... Как говорят, сорваться с цепи, это же тоже плохо. На этом острие и чувствуется жизнь по-разному, понимаете? Вот каждое его мерило, у каждого свое. Для того, как одному это хорошо, для другого это смерть. Но тем не менее, любимые глаза должны быть рядом. Любовь – это то, что держит всегда нас. И у каждого своя составляющая вот этого понятия «любовь». Да. Ну, стихотворение-то. Да. Любовь, как море, то бурлит, то утихает. В ней сила сочетается и слабость. Тот, кто любил, тот, безусловно, знает и горечь безутешную, и радость. Может ли время и возраст давать свои коррективы в понятие любви? Вот вы так долго, вот правильно сказали, сделали акцент, тот, кто любил, это много уже. Ну, понимаете как, любовь,
Любовь – это чувство. Химики говорят, что это химический процесс, да? Это физиология. Физиология, да. А на самом деле… Но мы же знаем, что это не физиология, правда? Мы творческий народ. Потому что первая любовь, она остается, мне кажется, на всю жизнь, да, в воспоминаниях. Пусть там не сложилось ничего, но оно как чувство остается. А дальше… Дальше, по-моему, жена у меня, да, я люблю. Трансформируется понятие любви с человеком. Вообще, любовь к человеку. Вообще, в принципе, с человеком развивается понятие любви. Чем больше живешь, тем больше друг друга понимаешь, тем прикипаешь больше. И уже даже не надо говорить ничего. Иногда понимаешь действия, которые ты должен произвести, когда к тебе даже не произнесены те или другие слова. По той или иной просьбе или тому или иному требованию, да? Бывает всякое в семье, это понятно. Это, наверное, на самом деле, вы счастливый человек, что вы можете сегодня говорить о том, что по взгляду, человек другой тебя понимает. Да. Значит, получилось, срослось. Вы знаете, произошло вот то слияние физиологическое, химическое, неважно абсолютно, совершенно неважно, но если люди понимают друг друга с полувзгляда, с полувздоха, это значит, что они действительно счастливы. Это состоялось. Елена, если говорить о философии любви, вот вы говорите, что очень много у вас внимания в творчестве уделяется философии. Какие составляющие вашего понятия любви? Любовь есть любовь, как ее можно объяснить? Она или есть, или ее нет, как сказал один великий поэт. Что такое любовь? Это все или ничто? Или ничто, да. Поэтому я не знаю, как это объяснить. Как духовная категория. Если мы говорим о духовной категории, любовь, она вездесущая, это правда. Но у каждого свой подход к этому, понимаете? Если три человека сидят, и у каждого своя формула любви и свой подход. Конечно. Если брать через ваше творчество, состояние души, состояние психики, возможно, даже. Раньше говорили о моих стихах, что какое стихотворение у тебя не возьми, каждое философское. Правда. То сейчас мне кажется, какое не возьми, оно каждое про любовь. О любви. О любви. Давайте тогда читать стихи. Есть прекрасное стихотворение у вас о душе, о состоянии души. Да, хотя оно и, можно сказать, грустное. Ну ничего, почему нет? Говорим о душе, а хотим красивей и моложе. Говорим о душе, а вот денег желаем побольше. Все твердим о душе, а друзей выбираем почище. О душе говорим, а души-то ни в ком и не ищем. Вот видите, вот этот вечный поиск себя и своего преткновения к любви, вот этой вездесущей. Как вы считаете, что формирует сегодня состояние моральных ценностей наших современников? Ищем, мы же все ищем, да, и хотим, и каждый хочет быть и счастлив, и чтобы и жена, и дети, и родители, да и сам Ну, как-то все в поиске. Что же формирует наше время в душе каждого из нас? Вы знаете, это сложный вопрос, конечно. Если развивать его вширь и вглубь. Но в любом случае, все равно, опять же, вернусь к любви. Потому что любовь, она многогранна, она всеобъемлющая. И любовь к детям, понимаете, потому что семья, вот видите, как все банально иногда, все банально просто. Потому что, опять же, как бы мы ни уходили, куда бы ни уходили, в какие стороны, да, но возвращаемся все равно к семье. И опять же к тем же канонам любви. Хотя, опять же, говорим, что химики говорят об этом. Кстати, есть стихотворение у меня, я написал как-то сыну. Прочту его. Пожалуйста, конечно. Расти, сынок, назло ветрам, что в жизни веют неустанно. Поведай мне по вечерам о тайнах кратко или пространно. Расти, сынок, и будь здоров. В душе твоей пусть розы зреют. Знай, что в каком-то из дворов твою избранницу лелеют. Расти, сынок, и верь вполне, что в жизни все стремятся выше. Ты позже приведешь ко мне своих хорошеньких детишек. Расти, сынок, судьбе назло. Она нас бьет и искушает. Мне очень часто не везло, а жизнь везение украшает.
Расти, сынок, назло врагам. Они у всех есть, как ни странно. Доверься мне, по вечерам я буду слушать неустанно. Повезло сыну, что есть мудрый папа, который, как бы там ни было, да, вот всегда принимают родители, и хорошо, когда сын знает, что его примут таким, как он есть, и помогут, и расставят какие-то сложные моменты в его сознании, помогут, во всяком случае, помощь, семья. Действительно, вечные ценности, и как бы там ни было, меняются времена, меняются люди, а семья остается, и это, слава Богу, что есть. Елена, если мы говорим о вот времени, в котором мы живем, и как вы его ощущаете, что формирует нынче вот эти моральные ценности нашего времени? Ну, у каждого они свои. Так что очень, очень разнообразные у людей сейчас ценности. Ваши моральные ценности что формируют? Мои ваши моральные семьи, ценности. Ваших детей. В первую очередь это любовь. Потом дружба. Верность, преданность. Ну, по-моему, вечные такие вещи. Говорят, что вот радость – это особая мудрость. Собственно говоря, и проявить и любовь, и дружбу – это тоже быть надо мудрым человеком, пронести через времена, через всю жизнь. Надо быть правильно, знаете, заточенным для того, чтобы мелочи пропускать. Вот как вы говорите, начало нашей программы было на том, что уходят трудности. Мы живем в очень сложное время. Время насыщенное до невозможностей. И кто-то сдается, кто-то уходит, кто-то пасует, кто-то углубляется в депрессивное состояние. Тем не менее, вот сегодня вы делитесь своим опытом. Как перенастроиться и увидеть эту же любовь, эту же дружбу, поддержать другого для того, чтобы удержаться на плаву? Вы знаете, в первую очередь, наверное, дружба играет огромную роль, потому что вот вы говорите об общении, а общение это невозможно без собеседника, допустим, без какого-то сообщества, да? И вот дружба, кстати, возвращаясь опять же, вот мы начали разговор о том, что мы друзья, конечно, общества же, да, национальных товариществ, да, и как можно, ну вот, я не представляю себе, допустим, если бы у меня не было столько друзей других национальностей, да, мы все граждане Украины, но мы все по-своему придерживаемся определенного культурного наследия своей культуры, да, то ли это украинцы, то ли это русские, то ли это евреи и так далее, и так далее. Можно перечислять множество у нас живущих в Николаеве, Николаевской области национальностей, и болгары, и, ну, в общем, много, не буду перечислять, правда, очень да. много, да. Но если бы не было дружбы, не было бы общения между всеми слоями, да, между всеми национальностями. Ну, как бы мы вместе жили, да, и как бы мы вместе строили наше общество. Не получилось бы, никак не получилось. Сложно, правда. Конечно. Но как увидеть и услышать другого? Знаете, слушать и слышать, разные да? Вещи, разные конечно, вещи. Да. Вот как можно услышать? На что надо опираться прежде всего в общении и в дружбе? Нужно иметь желание. В первую очередь, желание услышать человека. А если у тебя будет желание, то и тебя будут тоже слышать. Взаимно, конечно, да? Процесс взаимно. Как правило, так. Елена. Нужно быть открытым. Если человек открыт, то ему рано или поздно, хоть, конечно, бывает и плюют в душу при этом, но рано или поздно люди все равно открываются тебе навстречу. Вот у меня очень теплые отношения с китаянкой, которая преподает в НКИ, как она себя, госпожа Фан, которая недавно Наталья, у нас была. Наталья была у нас в эфире. Да. Елен, почему именно китайский язык? Просто как экзотика какая-то, ну, хочется? Во-первых, каждый новый язык – это новый мир для себя открываешь, правда, да. Как, правда, и каждый человек – это новый мир. Вот. Там, ну, это очень интересно. Это мечта поехать в Китай? Ну, почему бы и нет? Может быть. Но, тем не менее, вы расширяетесь свое сознание, вы общаетесь с этими людьми. Когда к нам приходит в студию, у меня после эфира появляется невероятная радость, что мы разные,
и до, иногда вот просто до противоположностей разные. Но самое главное, что мы стремимся к тому, чтобы мы были живы, здоровы, чтобы рядом были наши дети. Ну, нет ни одной национальности, которая бы этого не хотела, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы смеялись наши дети и старики были рядом тоже здоровые. Господи, вот общечеловеческие ценности. Можно? Есть стихотворение? Слушаем, да, обязательно. Коптит лучина, догорает, несмело луч бросает свой, и мрак вокруг слегка пугает тенями и густою тьмой. Сильнее вспыхнет, помигает звезда предутренней порой, пред днем грядущим угасает, заканчивая путь ночной. Вот так и человек живет, гореньем век продлить желая, и свет свой людям отдает, коптя или звездой пылая. Истина, правда, истина. Вы знаете, вот духовное начало – это очень важно. К чему стремимся? К чему идем? Остановиться в какой-то суете и проанализировать себя. Но иногда вот многие наши современники говорят о том, что время сложное, не до размышлений, детей кормить надо. Насколько важно найти себя, состояться и, знаете, как не обращаться за, знаете, по течению, на общей потребе. Особенно, если это касается творческих людей. Потому что многие начинают... Мне соавтор... есть ряд песен у меня, в которые, с ребятами, с которыми мы написали. И вот Михаил Лиманский, это шансонье из Краматорска, он мне сказал: если бы ты был богат, ты не был бы поэтом. Все-таки те 30 серебряников, которые мы бросаем взамен, да, за творчество, продаемся. Вы знаете, я... Ну, это же не говорит, что поэт должен быть голодным, правда? Я еще ни одной копейки не заработал на своем творчестве, потому что это, в общем-то, хобби. А хобби, ну, это для души. Это близким, друзьям, это состояние, родным. Да, души? Состояние души. Когда спрашивают, как же ты пишешь? Вот ты же поэт. Я говорю, да вы знаете, я не знаю, откуда оно рождается. Просто родилось, записал, все, пошли, поехали. И все. Есть стихотворение даже. Могу ли себя считать поэтом и причисляться к той среде? Хотя стихи о мире этом пишу на суше, на воде. Боюсь сказать замысловато, простому люду, не князьям, пишу о том, что сердцу свято, и чаще только лишь друзьям. Я не зову себя поэтом, хоть рифмами душа полна. Зачем пишу? Моим ответом пусть будет просто тишина. Это три точки. Ну, уже как кому. Возможно. Каждый возможно. Своим наполняет. Зачем пишу, Елена? Ну, потому что... Без этого не могу. Без этого не могу. Леночка, стихи. Может быть, в каком-то роде это защита от жестокости современного мира. Я согласна с вами. Теперь я начала в последнее время писать рассказы в стиле фэнтези. Никогда под себя этого не ожидала. Вы знаете, вот буквально завтра у нас прекрасный праздник. Я знаю, что у вас есть такое же прекрасное стихотворение. Давайте подарим нашим зрителям для возможности подумать, поразмыслить, остановиться в какой-то степени. Кто мы, где мы, зачем мы и для чего. Пожалуйста. Благовещение. Я смеюсь вместе с дождиком хрупким, клейкий лист обрываю, вдыхая этот запах, дразнящий и юный, как кусочек от каравая. Скоро в бешеной пляске цветенья, в белорозовом платье невесты промелькнет в вихре танца пьянея, грациозной походкой психея, ливнем майским прольется блаженство, и цветы опадут со слезами, повторится природы рождения гимном света и Бога творенья. Спасибо большое. Прекрасное время, прекрасные стихи. Ну вот знаете, последние, вот знаете, как штрихи к портрету каждого из вас. В творческом процессе, когда душа успокаивается, когда оттачивается до конца стихотворение, форма, потому что вы мастера, да? Когда ставится точка?
Никогда. 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 Потому что проходит время, ты вроде бы начинаешь читать старые стихи, стоп, ой, что-то не то, вот давай поправим. А может быть, вообще его никуда не... Ой, ну, короче, то, что кажется в определенные промежутки времени, да, по возрасту, я имею в виду, когда мы идем по ступенечкам, как бы, то одно восприятие, потом с опытом, с какими-то жизненными перипетиями, в которые попадаешь, рождается другое немножко, чуть-чуть, но отличие есть. Потому что, ну, категорически менять свои... взгляды. Да, свое воззрение, ну, это уже, по-моему... Нет. Последнее дело. Нельзя. Нельзя. Если ты уже выбрал себе путь, будь добр, придерживайся. Оставаться его. Верным себе. Конечно. Ну, как правило, нормальный, хороший, добрый путь. Понятно. А если это зло, то лучше, конечно, поменять. Елена, у вас окончательная вот точка, когда понимаете, что да, срослось, получилось. Нет, со стихами я так не могу. Мне легче написать новое стихотворение, чем переделать старое. У меня вот стихотворение приходит, оно, ну, я могу отдельные, может быть, стилистические, как бы, нюансы какие-то поправить, но стихотворение, вот как оно приходит ко мне, и все. Я не пишу стихи, они приходят сами. Ну, кстати, критику... Рассказы, да, рассказы я пишу и переписываю по 10 раз, и потом, когда закончен полностью еще, могу снова переписывать, а стихи нет. Нет. Это другой вид творчества. Понятно. Я не знаю, я люблю критику, многие не любят ее, да, я люблю. Давайте критикуйте, чем больше... критики, тем больше для меня возможностей что-то увидеть, что-то исправить и послушать своих же друзей, своих же друзей-поэтов. Да и просто народ пусть читает и пусть критикует, если ему что-то не нравится. Очень, обратная связь, конечно, была бы великолепна. Очень важно, что вы в конце нашей встречи сказали, что творческому процессу ни граней, ни времени, ни пространства, ни вот этой точки не бывает. Не бывает. Это не об этом. И до тех пор, пока поэту хочется творить, развиваться и шлифовать, до тех пор он и состоит как поэт. Когда поставлена точка, эта точка поставлена себе. В нашей программе точек нет. Мы просто прерываемся на какое-то время. Я очень благодарна, что вы были с нами, что вы поделились своей философией жизненной, своим опытом, своей и вам формулой. Спасибо. Спасибо и зрителям, большое. Что смотрят нас. Творческих успехов. Ну, дальше. Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Любімо наш рідний край, бо він прекрасний, бо він дає нам таких чудових друзів, гостей нашої студії. До зустрічі на хвилі телеканалу «Миколаїв».